Привет, мои хорошие, еще раз. Ребятки, не могу не поделиться красотой вот этой вот, которую я себе сама приобрела. Короче, не смогла пройти мимо. Значит, у нас недавно, совсем недавно открылся магазин в городе, называется Сенсей. Я при открытии была, во время открытия на второй или третий день, увидела вот эту вот красоту. Но так как не могла себе тогда это позволить, я позволила это себе вчера. Объясняю. Вот эти вот веточки, они одна отдельно от другой. Здесь их три. Одна беленькая, вторая вот такая пшеничного цвета и третья беленькая. А вот это вот пушистое чудо совсем отдельная веточка. То есть получается их здесь четыре. Вот. Потом, когда я их уже взяла, приценилась, все нормально, цена недорогая, как раз по нашему карману. Думаю, ну а куда же я их поставлю? Вазы у меня есть, но они все, скажем так, еще с тех времен такие, не скажу, что старые, но раритет. Одна хрустальная, две стеклянных, но как-то думала я, думала, и буквально уже на выходе я увидела вот эту вот красоту. Это красота, ребятки, из глины. Представляете? Вот такие вот она такими полосочками. Витя сделал там такой, значит, из мелких камешек, такой сделал такую подушечку или, я не знаю, креселка для вот этих вот веточек. Потому что, когда они стояли полностью, раскинулись по бортику этой вазы, было очень красиво, но, скажем так, вот, ну, широко, что ли, я не знаю, развесисто так. Вот. А когда мы их скомпоновали, связа этой резиночкой я стянула. Вот, и Витя сделал такой грунт хороший, и установил их туда, то есть они стоят, не качаются. Днем они смотрятся по одному, скажем так, в одном цвете. А вечером при темном свете, когда просто работает телевизор, а на улице темно, вот эти белые веточки становятся еще ярче. Короче, такое впечатление, что у меня на столе лебедь сидит. Очень красиво. Ну, мне нравится. Я вообще любитель вот таких вот заморочек для дома, которые, ну, создают уют, какую-то нотку свою, я не знаю, неповторимость, что ли. Но вот для меня вот такое чудо, мне оно очень нравится. Если у вас есть магазин Сенсей, зайдите, купите, не будете... Ой, и будете в захвате, так как и я. Короче, я любуюсь ей уже 2 дня, и она мне очень-очень нравится. А вам? Напишите бы, хотелось бы знать ваше мнение, как вы, любители таких мини-сюжетиков или не любители? Я любитель. Ну вот и все, ребятки, вот они наши красавцы, вот они наши варенички, просто чудови. Эх, как сейчас пообедаем. Сметанку достала, пришла с маникюра, прошло время, думаем, так, пора, пора, пора. Там маслечко на дне у нас. Ой, так боюсь вилкой разорвать. Вот там оно, вон оно, ох, маслечко. Надо чуть-чуть их встряхнуть. Эх, не встряхиваются, народ. Что ж это робится? Надо мне их как-то стряхнуть. Камера гуляет, ребятки, извиняюсь. О, как. Сейчас Витя выходит из ванной. И мы будем кушать. Ой, аромат! Я вам не могу передать. Просто чудовый. Вот такая у нас сегодня... Ой, вот такой у нас сегодня ужин классный. Так, пришла с маникюра. Показываю, ложу ручку на стол и показываю близко-близко. Кому не понравится, прошу не делать замечаний. Я так вижу. И Таня тоже. Так, как вам? Вот так. Вот так. Вот так. По-моему, видно, правда? Сейчас по-другому свет поставлю, может быть, приблизить их хочу, а оно размывается. Зафиксировать надо. Так, о, вот так, о, видите, вот такое, вот такое, вот такое. И варенички. Все, мои хорошие, мы пошли ужинать. Сейчас ездим в магазин, потом по поводу цены на муку я вам расскажу. Все, приятного аппетита всем, кто ужинает.
Почем мне? Сейчас гляну. Так, 16, это что? 16,80. Вот так, видишь? А у нас по 20, да? Да. Ну, есть же разница, правда? Что, нам редька не надо, белая такая, ведь? Не хочешь такую редьку? Чего? А, дорого, 85 гривен. Ага. Так, сейчас мы посмотрим здесь, чего нас еще интересует. А чего нас интересует, Витя? Салфетки моющие. Я так балуюсь, салфетки. Кто-то так говорил, помню, из пожилых людей таких. Салфетки. А салфетки есть? А нема? Выбор небольшой. Что тут у нас? 6 штук, 4. 52. А то есть такие упаковки по 6 штук. Но они бывают только в Еве. Они мне нравятся. А тут Пума 4. Премиум. Да, цены разные кругом. Я вчера купила в Еве салфетки для мытья посуды. Перешла из вот таких. Получается, ну вот, поняли, да? Влажные они такие. Перешла на тряпочные. Вроде как по цене они выгоднее. Посмотрю по качеству. Если меня устроит, то буду ими пользоваться. $138-$110. Ну да, там, где моющие продаются, выгоднее, конечно, покупать вот такие вот для дома всякие прибабахи. Потому что здесь все равно дорого. Тут для бритья все у нас. Ну так, мне ничего не надо. Мыло хозяйственное у меня есть. Кстати, по поводу хозяйственного мыла надо мне с вами поговорить. Расскажу кое-что, что недавно поняла. Хотя жаль, что очень поздно поняла. Покажу и расскажу. Приехали домой, нас Степочка встретил. Он, бедный, уже пугается, когда мы выходим с пакетами. Он думает, что мы снова его покидаем. Степашка, кс-кс, мальчики, ты думаешь, что мама тебя кидает, да? Ну все, мои хорошие, мы скупились, муки я взяла. И едем, да, подписчица вчера еще угадала. Юля сказала, если мама нужна морковка, приедь, накопай. И мы сейчас переоденем такую в рабочую форму одежды и съездим, попьем чайку, накопаем морковки, приедем домой. Ну и все, и день почти закончился. Время без 25, пока туда-сюда приедем, уже будет полумрак. Все, мои хорошие, день закончился. Почти. Я желаю вам доброго вечера, мирной ночи. И если вам такое сумбурненькое видео понравилось, пожалуйста, поставьте пальчик вверх или не поставьте его. И напишите все, что вы думаете об этом канале. Как у вас цены на муку на базаре у нас, на рынке. Здесь на нашем, около нас рынок. Мы тут рядышком живем, но здесь мука по 20, по 22 гривны. А там мы взяли по 16,80, видели, да? Есть большая разница, я считаю. Но так дело в том, что мука очень хорошая. Я вам советую, если кто-то живет в Южноукраинске, зайдите в магазин «Копейка» на Пяточке, купите себе муки, и вы не пожалеете. Советую. Все, пока-пока. До завтра. Завтра будет завтра. Степа. Пока-пока.